подумайте о мощном воспоминании. И пусть оно будет самым счастливым. Как будто мы не расставались, и в то же время прошла вечность. Для меня это идеальный момент для воссоединения и ностальгии. Больше всего меня пугала мысль, что самое важное в нашей жизни уже позади. Но я был так рад увидеть всех снова, что понял. Я ошибался. Одно из самых ярких воспоминаний, когда я притворялась Гермионой, которая притворяется Беллатрисой. Не люблю, когда меня заставляют ждать. Кстати, у меня остались зубы, сейчас примерю. У моей сестры есть дети, тогда им было по 10-12 лет. Я сказал Марте, я не уверен насчет этой роли. Она сказала, что тебя пригласили играть Волан-де-Морта? Ты обязан согласиться. Без этих людей я не стал бы тем, кто я сейчас. Это очень теплое чувство, ведь я видел, как ты взрослеешь, каждый этап твоей жизни. Даже в самые темные, тяжелые моменты, каким-то образом Гарри Поттер помогает пережить трудности. Это то, что нас объединяет. Мы семья и всегда будем частью жизни друг друга.